Здравствуйте. Утро доброе было бы, если бы не одно «но», как всегда. Дело в том, что спать-то я ложился. У меня был кот. Спал со мной паразитик маленький. Так, и обычно я выхожу, здесь целая шайка. Лейка. Вон одна бежит, шайка лейка. Вот одна, София. Не знаю, где еще. Кошуля облизывается. Вот барбосель еще один. И где-то Тедди. Тедди. Никого больше нет. Куда они делись, я не знаю. Я туда бегал, он, Тедик сидит. Я оббегал все, нифига найти никого не могу. Сейчас-то что, дайте второй раз дам. Вот эти агломоны обычно съедают 3 миски, тут, естественно, 1,5. Я не знаю, куда они делись, потому что я никого никому не отдавал. Ну, сказать, что я сильно расстроен, ну, это, не знаю, есть надежда. Надежда в том, что, может быть, вчера вечером ребята, когда пошли, забрали этих обалдуевых мать троих. Потому что осталась София, Тедди и один вот мальчик. А где две девочки еще, один мальчик, я не знаю. Вот одна только надежда на то, что их забрали, ну, наши соседи, и для того, чтобы отдать людям, которые хотели забрать щенков. Это единственное объяснение, почему нет барбосов. И, честно говоря, мне их не хватает. Пинать некого. Шучу. Без этих шариков как-то будет скучно мне работать, потому что они мне помогали, бесились. Это было интересно. Ну, а так вот. Что вы хотите сказать, мамазель? Ага. Вот видите, еще даже. А, Федя, ты что трясешься? Что трясешься, малыш? Просто они тоже не понимают, что я, да? Ну ладно. Дождь идет, вот так начался он вчера, около 12 часов, может, чуть пораньше, так и идет. Жалко, он еще куча целая остается. Не знаю, что делать. Ну да, вот пришли ребята, сказали, что один мальчишка у наших соседей, и двух девочек отдали капитану Барангая, значит, его жене и ее двоюродному брату. Так что, а я тут напрасно нервничал и переживал. Ну, они, конечно, посмеялись надо мной, то есть, типа, решили подшутить таким макаром. Ну, молодцы, шутка удалась, слава богу, все хорошо. Так, что у нас сегодня на завтрак? Завтрак чемпиона. Да, у нас сегодня овсяная каша. Хлопья такие. Ну ладно, красивые. Врать-то кашу. Овес замочил водой горячей, все. Вот. И еще будет у нас... Аквакадо. Авокадо, да. Я уже съел 2 яйца. Я ем сначала яйца, а потом... это самое. Потом кашу ем. Почему? Потому что если я буду мешать, у меня будет изжога. Вот такие пироги. У бати, кстати, такая же тема, то да? То же самое, да. Я могу съесть кашу. Потом через какое-то время яйцо, нормально. Угу. А если вместе, то я хожу там, как Змей Горыныч, угу. Что одна голова. Да, и забыл совсем, у нас еще кофе. Кофе. Кофе, да. Вот еще одна грядочка готова. Сейчас маечка будет сажать что-то, не знаю. Еще вот там маленькую подготовил, но там для цветов, потому что чтобы пчелки прилетали и опыляли все, что мы здесь посадим. Вот маечка куда-то убежала. Майя, сака!
friends, which one will survive, or which one is the strongest. I'm digger, soil digger. Так, короче, наконец-то забрались мы до Раукари. Мы ее купили очень давно, наверное, года. How many years ago? How long? Just more than one year. No, может, полтора года, That's наверное. The very first plant you bought. Да, самое первое растение, которое мы купили. Вот, и оно у нас простояло. И наконец-то вот мы уже выбрали место для него, куда его посадить. Решались, наконец-то решились. Посадим его здесь. Finally. Так, ну вот на сегодня все. Сегодня сделал прорыхлил, получается. Тут прорыхлил. Тут. Посадил раукарию. Посадил. Где она? Вон там. Папайя одна еще. Подготовил здесь еще место для цветов. Вот, сейчас пойду батю дергать. У него сегодня тренировка по плану. Вот. Вчера он и позавчера не тренировался, сегодня надо обязательно потренироваться. Сейчас пойду его выдеру. Он будет недовольный, конечно, но чтобы не запускать, приходится иногда себя заставлять. Ну, а так как батя себя не, ему себя не надо заставлять, его буду заставлять я. Эдуард Великий! Эдуард Великий! Чума хороший! Псина! Псина колбасина! Да! Ну такие вот! О! Чё, Петручка? Их прораб тут! Чума хороший! Сегодня под вечер распогодилось, да, немножко? Да, слушай... С утра что? Дождь такой противный был ночью. Фу, вообще, ночью я вообще не спал вот. Почти. Потому что сыро, противно. Это единственное, что вот кот спасал, мне под бок залез такой, грел. Дед не видит, Тедди просто, опа, увидел. Оба-на. Я тут хотел прийти хозяину Мерлинди. Найди там, мой хороший. Не, он тебя поцарапает, пап. Не, меня не видит. Поцарапает, 100%. Но если на руки не бери его только. Это твой крестный котец. Крестный котец. Все. А я... Глазам своим не поверил. Здравствуйте, ребят. Оказывается, это махарлика у нас тут зелененькая, вот эта маленькая.
Для сравнения, да, ну вот ключ от мотоцикла, вот мой палец. Вот такая маленькая. Да, я думал, что не будет в этом году, потому что тут ее пожрали и гусеницы. Вот, ну, как видите, все нормально. Вроде ожило деревце это. Так, наконец-то будем освобождать вот это место от этой грядки, потому что, во-первых, все, что здесь растет, уже ломается, старое. Вот, смотрите. Поэтому сейчас буду снимать урожай, который есть. Вот тут перчики у нас. И сразу же чистить. Ну вот результат, где-то полдня я кувыркался тут. Да, скажу честно, на второй раз проходить легче, потому что уже часть вот таких вот огрызков кустов повылетала, а как зубы хреновые из десны, такой шлеп и нет, и вылетел. Вот. Ну, мне нравится, понимаете, но потом это все сгребется, гадость, и будет все читенько. Да. Участок, конечно, сложненький, но это только нам на руку. Потому что я люблю такие страшные участки. О, Ваня что-то прет опять. Так, вот здесь я только не разобрался, потому что у меня тут и деревяшка лежит, и трубы лежат. Ну, в общем, берется и это тоже. Да. Скорее бы. Хочется быстрее это все сделать. И уже просто пробежался один раз, два, и все. И можно заниматься каким-нибудь более таким продуктивной деятельностью. Делом таким, каким-нибудь другим. Ладно, что-то я разболтался, но это я просто отдыхаю, поэтому болтаю. Все, ребята, отдохнул, пошел дубасить.
перекур, ребята. Ай. Да, сложная работа. Почистить то, что давным-давно не чистили. Вот. Но, как говорится, мы трудных путей не ищем. Поэтому я дубашу. Работаю так, что даже не слышал, как у меня сынок тачку у меня упер. Вот, я ее загрузил кокосами старыми, ну, обрубленными. Он взял и упер. А я и не знал. Сунулся, тачки нет. Думаю, ну как так-то, блин? Никто же тут не ходит, никто не ворует. Ну, нет тут такого пока. Кажется, Ваня забрал. Весь он в этих фигне всякой. Вот. Я знаю, что мне долго придется мудохаться. Знаю. Но когда я вижу то, что у меня получается, мне становится хорошо. Приятно. Вот. Сейчас Ванечка там делает грядки, будет сажать что-то. Да, вон таскает сюда, перегнать. Вот. Тоже приятно. Вот. Но у нас это так, отвлечение от, скажем так, от того плана, который мы хотим притворить в жизнь. Это будет немножко позже, потому что сейчас надо почистить. Вот. И еще кое-что должно прийти нам с шопи филиппинского. Ждем. Потом вы увидите. Все, перетащил я грядку сюда. Теперь у нас там будет чистенько, красивенько. Да. Да, я там сделаю газончик. Папайку надо будет пересадить эту. Батя почистил, красоту навел. Котлован пришел. Делает приемку работ, да, Петрович? Так, смотрите. Цитурнелла прижилась. Бамбук тоже прижился. У нас тут эти самые птенцы выбегают постоянно, бегают. Мы с Маечкой думали пару раз выпустить их, пускай типа бегают здесь, но потом передумали, потому что они будут убегать туда вниз к соседям, короче, везде будут бегать, вот, может на дорогу выбежать и собьют, короче, ну жалко будет. Вот. Помните, мы здесь сажали с Маечкой такие красивые красные цветочки, кусты с красными цветочками, вот один полез. Прижился. И вот этот прижился.
И вот этот прижился. И вот этот прижился. Вот. Мы недавно с Маечкой ездили, покупали мед и тоже нарвали этих цветов. Вот. Сейчас они в воде сидят у нас. И мы подождем, когда они пустят корешки. И это самое. Мы уже будем пересаживать. По поводу птенцов и мулберри, шелковицы. Короче, я думаю, что такое, что нету этих самых ягодок. А они, короче, бегают сюда и их съедают все. Вот, они вот там могут пролезть. Вот, ну, пока они мелкие, они пока ползают, а потом не будет. Ну, хотя там еще одна курица несется, там еще яйца будут. Ой, не яйца, а птенцы. Кстати, наш лимончик начинает желтеть. Первый, вон там еще один. Че, готов к тренировке? Какая ты мне... Ты что, стебаешься, что ли, надо мной? Сейчас будем тренироваться. Так, пойдем тренироваться. Я еле ноги приволок. Сейчас это подход, 10 подходов, 10 по 10 приседания будут. Что? Вот. Приседания не на, ля-ля, приседания вчера были. Я шучу, нет, сегодня ты отдыхаешь. Завтра как? Потренируюсь. Почему? Не, если надо, потренируюсь. Да не, отдыхаешься, все равно уже скоро будет. Я потренируюсь, если надо, проблем нет. Ну тебе надо тогда выпить меда. Меда? Да, о, давай. Меда. Мне нельзя мед. Мне надо меда в уху. Я шучу. Конечно, медку выпить с чайком ништяк. Кстати, что у нас сегодня на ужин будет? Я уже приготовился. Что это? Джунгли, да? Да, джунгли. Так, что это у нас тут такое? Это у нас такой суп. Я не купил сегодня помидоры, поэтому такое. Да, да, это Петровича еда. И купил я сегодня вкусные, вкусные красные бананчики. Иван Сергеевич, что это банан наел? Угу. Я что ли? Ты. Меня тут не было. Дебир. Чего стоишь? Мячик. Всем доброе утро. Смотрите, какой у нас сегодня завтрак. Завтрак супер чемпион. Угу. Да, вот это у нас, у меня вернее, я батя не стал делать. Это, как он? Полынник. Полынник, да, вот, полынник. Вот, хилба здесь называют его. А нафига? И чай. А ничего, захотелось, я увидел, что он там растет. Ну. Вот, сам и сам. Сегодня у нас чаечек еще. О, это это эти вот отвалились сами. Угу. Мы их сидим. Да. Да, у нас еще, кстати, вот это вот наше тоже. Как называется? Лук, укроп чеснок. И чеснок. Укроп. Укроп и лук. Лук, чеснок. Да. Это что-то я уже это... Чеснока не хватает, значит. А ложечку? А как я буду? Вот это было есть. Да был. Я вил, в принципе. Нет, ложечку, вон, вилку, как тебе? Сел на мопеду, поехал. А я сзади на школьнике. Только педали. Здорово было. Наверное, даже такой велосипед, конечно, школьник, да? Я на школьнике ездил. Нет, у тебя школьника не было. Был у меня школьник, вы Кате подарили, она, я его не выбрал. А, ну да, может быть. О, видно. Ну что, на руками попрешь? Да? А он уже такой. Такой. Да.
Ну, это надо будет немножко не так, потому что куда ты сверху будешь кидать, ну, этот мусор, надо я сбоку. Хочу взять топор. Ты думаешь, раздербаньте? А вот этот наполовину гнилой. А, ну тогда то понятно. Хорошо. Не, просто надо разобрать их, чтобы топором, быстрее что-то. Они перегрели. Они и так спреют. Сколько они, год у нас лежат уже? Больше? Знаете, да, больше. Больше. Но они, видишь, они же не в пути лежали. Да, ну ладно. Еще бы вот это чудо интересное пересадить. Даже не знаю, что за растение такое. Но видел, что оно где-то 1-2 метра вырастает. Вот такая вот непонятная фигнюшка. Ну, мне нравится. Я думаю, куда ее сунуть. Да, ребята свои придумают что-то. А я говорил, вози на тачку. Нет, я не. Руками попробую. Не, а что, я по одному маленькому таскать буду? Один ну. Большой и удобный с этой тачкой. Ну, вот и вози. Он большой и легкий. А вози. Что-то мы с Ванюшкой-то затупили. Посмотрите, опята прям березовые, а? Далее. Говорят, нет, на Филиппинах грибов есть. Хочешь, Вань, грызнуть? Так а мы же ели какие-то, помнишь, мальчики? Мы ели белые, мальчика готовила. Слушайте, прикольно. Мы не едем, мы не знаем, какие именно. Да. Ну, они пластинчатые. Сейчас занюхаю только. Слушайте, грибом пахнет в натуре. Ну, я, конечно, не пограничник. Я танкист. Да, Сидоров танкист. Но вот такую КСП я сделал. Ну, контрольно-следовую полосу. Для того, чтобы мои барбосы тут бегали, оставляли тут свои следы. Ну, короче, наследники. Угу. Вот. Поубрал все эти корчи, которые тут были. Вот все это сгреб туда. Ну, как-то вот еще остался там участочек небольшой. Сегодня докашу, ну и гадость эту всю везу сюда, в яму. Ох, тут еще работает. Даже смотреть не хочу. Буду рад. Так, сегодня у нас вот такой суп. У нас тут тунец. Мы тунеядцы. Да, мы тунеядцы сегодня. Вот, и супчик. Тут всякие овощи. Сайота. Колбаса под именем тыква. И печай. И лук. И лук. Печай? Не знаю, как капуста типа того. За речкой. Ты не умеешь чистить. Да вас я плохую убирал, не умеешь. Не умеешь чистить. Умею я. Ты не умеешь. Понимаю. Еще умею. Знаешь, чем Филиппин нравится? Берешь херак туда. Кто-то написал, кота говорит, разных позах говорит, подснимали, очень толстый ягод. А то, что вообще на велосипеде похоже. Все, правильно человек забрал, не подходит. Брать сюда, Гойду. Мы так долго тебя ждали.
Под камнями вот такие красотки живут. Прячутся в земле. Смотрите, какая бати красота пришла. А моя красота. Откроем там. Угу. А, батя тут красоту наводит, я там красоту навожу. Ну так, наша маечка приедет, охренеет просто. Да, маечка уехала на фиесту, там помогать будет готовить все такое. Завтра я заберу. Мы заберем? Да, мы заберем, потому что нам еще надо щенков отвезти. Да, вот здесь я тоже прибрал, вот. О, красота какая. Вот теперь здорово, да? А то бардак тут так задолбал уже, ужас, кошмарный какой-то. А то, ну, можно сказать, что мне этот бардак как-то по барабану, но с другой стороны, конечно, он приятненький. Сейчас пока просто еще одну недостающую деталь надо купить. Да, завтра. Завтра, да. Я уже договорился, так что все нормально должно быть. Вот, надо вывезти все это. Отлетело это. Фигнюшка, которая жж-жж-жж делает. Леска. Ну потому что нагрузка такая большая. Ну такое подозрение, еще задний ряду так тряхнул. Вот. Чпак. Попузи сам себе. Чпак. Осторожно, ладно. Так, чпак. 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 Сверху попой поставили. Ну ладно, ладал. Так, это все. Мусор, мусор. Иди сюда. Попереди. Интересно? Мне самому интересно. Так, все. Все на месте. Дабл лок. Вау, найс. Very nice. Like it. Так, это работает. Это работает. Это двигается сюда-сюда, все нормально. Вот это как раз, раз, раз. Да, понял. Ну, а, еще здесь забыл. Самое главное. Этот лок, чтобы не уходило, а этот лок установочный. Замок. Раз. Так, чпок. Так, чпок. Вот сюда только не хватает нивелир поставить. Тащи. Самый главный аксессуар мне приобрели. Это все ерунда, это ерунда тоже. Видишь? Отвес вешает. Угу. Так. Нивелир-то это все фигня. Рейка тоже фигня. Самый главный аксессуар это что? Каска. А каски нету. Так, ага. Не, у меня. Или я лошпек. Ага. Ну все. Это у меня новый начальник пришел. Вот. У меня мужики пути под краном подштопывают. Я стою, значит, нивелиром смотрю. А подходит. Нахрена тебе этот ювелир? Вот. Я говорю, во-первых, это не ювелир, а нивелир. А во-вторых, я даю отметки. Че даешь? Я говорю, мозгу бы тебе дать, у тебя их нет ни хера. А это мой начальник. Ну, мне это было похер. Я-то знал, что я в любой момент работу найду. Меня звали. Поэтому вот так вот. Ювелир. Это у меня. Вот уж не знаю, кто из нас больше рад, но Ваня использует нивелир мой как этот... Как что? Как телескоп.
Да, Иван Сергеевич? Да, ночью хорошо вылечили. Чего ж ты с 4-го курса-то сбежал, а? Так бы зырил постоянно. И жил бы там и зырил, да? Да, да, да. Жил бы на Парнасе в съемном жилье или где-нибудь купил, до конца дней своих выплачивал бы кредит этот. А там какие-то бочки. Что? Смотри, на бочки посмотри. Бочки? А вот тем, держу. Видишь там? Это бочки, это алкогольный завод. А. Видишь бочки? Нет, это не алкогольный завод. А, ну может это цемент. Или перевалка какая-нибудь. Да, это скорее всего мука какая-то. Так, вы, наверное, так не увидите. О, видно будет. Ближе поднеси. Может, лучше. Нет, только вот так. Да, людям интересно на эти бочки смотреть. Зарядки мало, поэтому я выключу пока. Так как сегодня жарко и сегодня воскресенье, мы с батей решили обмыть покупку, да, и поехать перекусить чего-нибудь. Ну куда перекусить-то? Мы поедем, как обычно, какао и будут. Наше любимое место. Я хотел тут снять ящерицу, но она убежала уже, которая по воде бегает. Вот она здесь живет где-то. Она вот здесь где-то живет, постоянно вот здесь на этих камнях сидит. Ну что, давай купаться? На, держи мыло. Все, накупались, намылись, настирались. Слышь? Батя, шортик постирал. Она какие-то плоды дает тоже. А. Но оно не несъедобное. Да? Да. Я спрашивал. Маракуйя, да, это нет. А, ну они здесь живут, да. О, я же испугался, уже думал, змеюка. Не. Не, она вот так. Иди. А там видишь водичку пусть побила. Угу. Вот сюда. Видишь? Можешь похлебать, хочешь попить? Конечно. А это не твои волосы случайно остались сушиться. А у нас вот такая хрень вылезла уже на одной. На одном корне, который возле папайи растет. Вот такая вот фигня.